переезжаем в другое ущелье. Вот. Кекликов уже аккуратно видели. Уже да, уже обратно так осталось. Две дороги, да, кажется? Да, осторожно, давай по... Не знаю. А у меня кекел или что-то полетает. Бутылка зеленая была из-под коньяка, походу из-под армянского. Ну я понюхал, открыл, запаха никакого. Открывал, да? Да. Я открыл, понюхал, думал, это нет. Ну, закрыто было до... О, какая странная дорога. Вообще снега очень мало для января. Да, а снега. Влаги не хватает. Но каждый год все меньше и меньше. Угу. Зимой снега нет, летом трава мало. Скот худой, козел уходит. На то он и козел, что уходит. Скота. Ну, красавец. Нифига вы. Не говори. Этими. Комплиментами. Да. Дима переживает, что мы дорогу посеяли. Нет, я сейчас уже нашел дорогу, я смотрю на хребет. В надежде все увидеть козлов. Там козлов, там козлов. Я спрашивал этого казаха, что там. Я Диме помогаю, да. Скот есть? Нету. Адамчук, Адамчук. Адамчук, вон он, Адам. Еще одна база впереди. Да, вы приехали, деду дорога дальше. Мне кажется, это конечный результат, пункт. Сейчас поедем назад. Нет. Вот интересно, частное хозяйство очень классно выложили. Вот это не дорога. Пока я не вижу, но вот выложили классно этим камнем. Все, надо спросить, наверное, у хозяев. Лучший вариант, да. Вот такие кошары здесь выложенные камнем. Достаточно здорово, прям, надо же. А вон дорога. Почему-то собака увидела телефон и даже испугалась. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас насос есть 5 минут? Сжег, Василий Иванович. Да, и вот здесь получается вот так складывается кизяк. И потом очень хорошая зимняя. Ну ладно, давай. Все, Собакин, до свидания. Да, просторы. Так, да. Дорога с этой стороны вся заснеженная. Чувствуется здесь то ли ветер хороший был такой, микро какой-то климат вот в этом участке, да? Кажется. Вот это мы сейчас еще за зайцем едем, а приехали вон оттуда, вот из-под вот этого холма. Так, интересно. Это ущелье довольно-таки узкое и мрачное. Полное снега, при полном... Нет, следы есть, но следы шакали в основном. Вот. Да. Ну, вот ложбинка, какие-то следики есть. Что-то мне бесперспективная штука какая. Может быть. Лёшку зайца видели. Такая вот величественная панорама. Тишина. Так, погоняй, Дим. Интересно. Уже заячьи следы подсекаем. Интересно.